Ну что ж, дорогие друзья, вот мой подъезд. Фамилия моя пока Гроховска. Сменим. Так. Звонок тоже на Гроховску пока. Но это все ерунда. Мы с вами сначала посетим подвал. Потому что это стоит того. Идемте в подвальчик. Все чистенько, славненько. Так. Ключ здесь один на все случаи жизни. Но пока это открыто. Так, заходим в подвал. Включаем. Здесь для велосипедов. Два велосипеда стоят. Так, и вот эти комнатушки, клетушки. Вот моя комнатушка-клетушка. Весь стимпанк здесь я положил. Ну, в общем, порядка здесь 2 на 2. Даже больше, наверное, 2-4, 2,5. То есть камера пока не может показать. Но, в принципе, если мне втемяшится сделать здесь фотостудию небольшую с вспышками на батарейках, то это вполне. Так же самое, если светильники на батареечках, то можно и стимпан делать. То есть все что угодно. Она большая. Ставь сюда стол и работай. Так, сейчас закроем. Так, замочек надо сменить, уж очень дохлый и не закрывается. Ну да, здесь металлические двери закрываются, если что. Поэтому вообще никак не влияет. Тут свет есть, конечно, но пользоваться им нельзя для своих личных целей. Только вот зайти-выйти. Понятно, да? Все, видите, железная дверь закрылась. Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Ну, а мы с вами пойдем наверх. На третий этаж. Так. Пошли. То есть вот по этим ступенькам надо будет занести стиральную машину. Это самое страшное для меня. Так. И все. Вот мы на третьем этаже. Быстро, удобно. Это вид с балконов, который на эту сторону, но у нас, к счастью, на другую сторону балкон выходит. Так. Открываем. Делаем новые ключи. Зашли. И что здесь того, что есть. Надо открыть, поветривать, если что. Да? То есть вот то, о чем я вам говорил. Здесь шкаф большой. Так. Здесь звонок. Huh?
Тут еще один шкаф. Открывается, закрывается вот так. То есть полно куда ставить вещи. Так. Ну, ванну мы с вами смотрели. Еще вот что-то должны здесь поставить. Так, ну. Тут для стиральной машины, конечно, нет места. Ну, если постараться, конечно, можно и собачить ее. Ну, я не хочу стараться, потому что на кухне есть специально. Это, оказывается, не для мойки. Ну, зачем мне мойка? Для тарелки помыть. А это вот для... Именно для стиральной машины. Вот видите, сколько места. Тут мои кружечки поместятся для красоты. Это вытяжка. Так. Я буду пиво хранить или муку. Так. Здесь что-нибудь такое дальнее, которое не сразу нужно. Холодильник, там еще морозилка. Здесь прекрасно, все чисто. Вот, видите, все абсолютно чистенько. Так, смотрим. Ну, какая удобная. Печка-то. Раз ее туда. И пироги. Даже время стоит 13:12. Отлично. Я, конечно, не проверил. Так. Все горят. Все отлично. Сюда они поставили новое окно. Чудесно. Пахнет пластмассой немножко. Отлично. Идем дальше. Ну, тут они еще свой пылесос, еще век свой где-то 20-го. Я 20-го еще приеду, привезу оставшиеся, как я говорил. А так, большая. Ну, не знаю где. Может быть, здесь у меня будет компьютерный стол стоять. Хотя там далеко везти, но это где-то кровать должна вот тут быть. В общем, отлично. Просто отлично. Здесь, как мне посоветовали, может быть, я свои расположу все домики, насажу сюда цветочков, и пускай в зелени все это будет, здесь места хватит. В крайнем случае, еще и вот сюда можно поставить. Навряд ли кто-то сможет запретить украсить свой балкон. Я думаю, что нет. Ну, спросим на всякий случай, если что. Так. Свет, проверим свет. Так, это стоит дымоуловитель. Свет есть. Люстру приобретем. Светильник. Вот, дорогие друзья, договор. Ключики. Это все мое. Следующего раза. Поеду теперь домой.